Впрочем, по словам экспертов, все эти технологии довольно сомнительные. Так, сигнализатор загазованности, цена которого 7 тысяч рублей, может уловить только крупную утечку голубого топлива. Тем не менее, на счету мошенников уже сотни обманутых людей, большинство из которых – пенсионеры. Подобные случаи уже зафиксированы в Челябинске, Омске, Нижнем Новгороде и Перми. Местные газовые службы в очередной раз просят россиян быть бдительными и помнить, при проверке газовых печей и систем в квартирах сертифицированные специалисты никогда не предлагают собственникам платных услуг.